Дорогие друзья, всем здравствуйте! Я думаю, что ни для кого не секрет, что вот-вот должна скоро выйти обнова в игре Brawl Stars, которую все ждут, потому что это очень годное обновление, много чего меняется, много чего добавляют, в общем, супер! И мне для нее надо подготовиться, и я это сделаю прямо сейчас на видео. Иду в карты Валуны, прямо сейчас в бой, вы посмотрите рекламную паузу, а после я вам все расскажу. Поехали, друзья, поехали! Итак, друзья, я сейчас в бою на аккаунте без доната. Короче, сегодня, я вчера целый день ждал обнову, сегодня целый день ждал обнову, но ее не было. И она может быть и сегодня даже. Вот все думают, что все, окей, она завтра будет 100%, потому что, ну, куда, уже поздно, обновы не будет. А я помню обновления, которые были после 7-8 вечера, по-моему, ну... Могу ошибаться прям конкретно во времени, но не были, вечерние обновы были. Я не утверждаю, что она будет сегодня, она могла быть вчера, и я говорил, что ее может не быть вчера, она может быть во вторник, и ее может не быть во вторник, она может быть в среду, это же суперсел. Поэтому, я каждую секунду чекаю, жду, сегодня, завтра она будет, не знаю, я никуда не денусь, я жду, вот так как только что-то появится, обновление, как только оно появится в игре, ой, в App Store, я сразу же... накатываю обнову и сразу же идем пилить обзор, что там добавили, все плюшечки и короче. Помимо этого же добавят легендарного бойца. Если хочешь получить Сэнди бесплатно себе на аккаунт, прям сразу же, быстрее всех, подпишись на канал, поставь лайк и на мой инстаграм тоже подпишись. Я запущу крутой конкурс, в котором ты сможешь бесплатно поучаствовать, принять участие и выиграть того самого бесплатного легендарного бойца. Плюс там скины крутые с тапочками на спайк. Это вообще, я, блин, не знаю. Разрабы, вы, конечно, умеете интриговать, умеете трепать по нервам. Ну, блин, давайте обнову, мы все ждем. Ребят, короче, я сейчас объясню, как я готовлюсь на твинке до обновы. А потом мы будем на... Вау, йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Камон! Короче, сейчас, по-моему, мне одного кубка не хватит. Сейчас посмотрим. А нет, ровно достаточно. Смотрите, друзья. Yes, я успел. А ну? Нет одного кубка! Твою медь, блин. Одного кубка не хватает. Короче, у меня будет мега ящик. Я его сегодня открывать не буду. Я его открою завтра, когда будет обнова. Либо сегодня, когда будет обнова. Короче, во сколько и когда будет обнова, тогда я и открою этот ящик. Потому что, а вдруг и завтра не будет обновы? Ну, по идее, должна быть. Вот, ну, может быть, все что угодно, а вдруг в 12 ночи там захотят обновить игру Brawl Supercell, мы же не знаем точно, да? Вот, официальной инфы никакой нету. Ёпта, ты откуда взялся? Тихо. Вот, и, короче, я сразу же, конечно же, куплю себе нового бойца, задоначу на основу. Ну, а на твинка буду надеяться и верить в рандом, что мне повезет. Когда-то она выпадет. Надеюсь, не так долго придется ждать. Вы, ребята, подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы, во-первых, не пропустить обновление. Как только оно выйдет, я сразу же запилю его. Вот. И также посмотрите, что мне все-таки выпадет с того мегаящика, с этого мегаящика, который я сейчас получу за 7000 кубков. Ё-моё. Сейчас я как раз вот это... Хочу на этом моменте немножко остановиться и более подробно рассказать вообще. Может, просто так сумбурно начал, быстренько каточки, что-то тараторю. И непонятно вообще, как, что ты готовишься, что там вообще происходит. Что нужно сделать, чтобы быть готовым к обнове. Вот. Так. Мне надо ровно один кубок. Тихо. Оп-о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 п. Ты, птичка, сдохла. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Так. 6 бойцов, а мне надо сдохнуть, ну, хотя бы пятым, чтобы плюс 2 или сколько там дадут. Тихо, все, ну, могу подыхать. Все, могу подыхать, убивайте меня. Или давайте топ-1 возьму, зачем просто так умирать, да? Так. Чикс. Оп. И убиваем Фрэнка. Ну, мы его как минимум в угол загнали. Биби, тихо, 9 банок. А, так я топ-1 возьму с таким раскладом. Чекайте. А нет, блин, нет, если бы не жвачка, сто... Ну ладно, это не принципиально, осталось 0 бойцов, это забавно. Короче, друзья мои, блин, заболел, грёбаная осень.
Итак, у меня уже 7000 кубков, ребята, я поднажал и пропался. Вот совсем недавно было у меня 6к, я получил бита, я допустил просто огромнейшую ошибку, что не апнул 6к до обновы, потому что бита я получил как раз таки за 6000 кубков, но здесь еще было вместо вот этого персонажа была награда мега ящик. Я его не получил, но я мог получить, мог подготовиться, но я не успел. Понятное дело, что Сэнди, это он вообще. Сэнди, он не будет за кубки, да, понятное дело, что это легендарка, ее хрен выбьешь. Но тем не менее, ребята, я верю вообще в супервезение. Если с этого ящика произойдет чудо и мне дропнется все-таки, дропнется легендарка, я не знаю, я... Постараюсь максимально у всех удовлетворить, чтобы, ну, как можно большему количеству моих подписчиков задонатить данного бравлера. Я прям вот реально потрачусь сильно-сильно по деньгам, чтобы вот многим задонатить и бесплатно его купить. Ну, это если, конечно, выпадет, вот тогда я прямо это сделаю. Ну, в любом случае, я разыграю несколько призовых мест, обязательно участвуйте. У меня 7к, я... Предлагаю продолжить, давайте сыграем в ограбление, заберем жетон, потому что я помимо мега ящика еще коплю обычные ящики, большие ящики, потому что у меня уже было глобальное открытие на аккаунте без доната, и в этом глобальном открытии, ну как глобальное, 100 сундуков, но с этого открытия я получил легендарку первую. И с чем черт не шутит, почему мы не сможем получить так же точно во втором открытии? Понятное дело, что это наивно в это верить, но... Хочется верить. Так, ребятки, я, кстати, уже четвертый или какой раз играю в ограбление и никак не могу затащить. Давайте ульту закину, короче, туда. Так. Помогите мне кто-нибудь. Спасибо. Отлично. 100 хп, хилимся. Все, сейчас закидываю туда. Чпонькс, полетели. Ультуем. Все, я думаю, тут мы затащим. Все, отлично. Так, ай, не достаешь. Оп, и убил. Так, осталось еще одну ульту набить. Отлично, и все, и как бы можно залетать смело. Ай, я не успел, ай. Но мы тут затащить должны, по крайней мере. Пока что тащим. Так, пока они там... Фух. Так, отлично. Ну, сколько-то урона нанес, и уже хорошо. Блин, новый режим добавят. Да офигеть просто. Новый боец там. Баланс будет меняться. Как же я люблю обнову. Мы не должны проигрывать, братва. Мы не должны проиграть, друзья. Мы не должны допустить поражение. Блин, нас коцают кто-нибудь. Не дайте им добить нас. Прими на себя урон. Нет, это поражение. 4%. Как вообще, блин? Что делал этот Динамайк на протяжении всего поединка? Он хоть раз нанес урон по сейфу? Он хоть раз к нему прикоснулся? Трэш, блин. Ребята, кстати, забыл, опять же вылетел с головы. Сегодня стримчанский еще планирую провести, вот, ну, мало ли, в надежде, что выйдет обнова. Хотели бы вы сегодня со мной посидеть на стриме, пообщаться, вот, запускать мне сегодня трансляцию? Кто за то, чтобы запускать трансляцию, ставим лайк. Кто не хочет и срочно ему надо спать и впадлу смотреть стрим, пишите в комментариях. Я посмотрю, сколько лайков, сколько против стрима и приму решение. Просто, ну, я... Ночной стример, я никогда рано не стримил, там, в 6-7 вечера, всегда запускаю в 10, в 11, ну, мои подписчики, зрители постоянные, я имею в виду, они в курсе, и как бы кто-то привык, кто-то, кому-то неудобно сейчас в рабочее время и школьное время меня смотреть, но тем не менее, я как бы все так же готов запускать стримы по ночам, у кого... Есть желание посидеть со мной. Понятное дело, что вы, может, кто-то напишет: давай пораньше, поздно не надо, но мы стрим ждем. Но пораньше не получается вообще никак. Ну, в 10 это минимум, во сколько я смогу запустить. Так. Мы выиграем, надеюсь. Господи, что происходит? Так.
Вот это хорошо сейчас. Во, во, урон пошел. Так, пошел урон. 13% у нашего сейфа. Да меня бомбит пукан уже. Что мы делаем? Блять, какого хрена вы вдвоем Биби какую-то сраную не можете уничтожить? Бомбит! Я б не могу ограбление уже целый день гребаный пройти. Блять, бомбит, потому что, сука, целый день это ограбление. Из-за Тика, из-за Барли. Ни с одними даунами я не могу выиграть это гребаное ограбление. Я со всех режимов собрал жетоны, кроме ограбления. Твою мать, играйте нормально. Бывает, бывает, горит, не могу. Ну типа, бля, я не понимаю, сука, как? 300 кубков сосем всем, блин. Да главное, так бодро начинаем всегда, и в конце просто начинается, блин, за щеку. Стараюсь, тут бегаю, наношу урон. Они тут, блядь, вдвоем Биби одну убить не могут. На. Блядь, офигеть, сколько плюх нанесли. Давай, 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 давай. Есть, убил. Так, хорошо. Мортиру убить, найс. Так, ну что, мне хотя бы ульту закинуть. О, хорош. Бля, ульта вообще кривая. Всего лишь одна банка полетела. Всего лишь одна банка. Так, ладно. Опа, опа, опа. 80 на 40. Ну, блин, ну должны, должны. Бля, Барли обстреливает нас. Я его должен убить как-то. Сука, не дают, не дают, не подпускают. А-а-а. Пацаны, надо что-то делать. Плохо дело. Мы не должны так, блядь. Блядь, опять проиграем сейчас. А этот Барли сдохнет сегодня. Его кто-то убьет, блядь. Блять, он ульту запустил. Всем похер, что он дамажит. Ты сдохнешь, ля, блядь. Сдохни уже! Так, ля, не подходи и убейте. Все, отлично. 28 секунд. Запускаем ульту. Так, хорошо. Блядь, что так мало процентов нанесли? Давай, 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 да, наноси, наноси урон, давай, 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 Денчик, давай, брат, наноси урон, мы тут прикроем чем-то. Ай-яй-яй, монетки, блядь, 1%, ну, ну, да ну на! Я, блядь, ебаный целый день пытаюсь это ограбление пройти. А ведь так бывает. Ради одного жетона. Сколько нервов. Сука, Барли, это целый поединок наносил нам урон. Я не достаю. Так, все, короче. Да что они играть умеют на 300 кубков? Какого хрена, блин? Они вообще не должны уметь играть. Это 300 обоссанных кубков! Вы инвалидами должны быть! Не, ну я просто... Я просто, вы понимаете, да, о чем я? Ну типа, ну 300 кубков, ну это же маленькие кубки. Ну тут же не должны так хорошо играть. Ну они, блядь, должны быть ракалами просто. Ну сейчас просто так... Все же высоко сидят, типа, 500 кубков помойка уже. Ну, 300, это же вообще, типа, днище должно быть. Но они так, блин, заряжают, смотрите, просто, блядь. Сука, мансят, бегают, тут, короче, что-то делают. Все, давайте, наша очередь. Наша очередь, наша очередь, наша. Блядь, да я сам туплю, я сам туплю. Я ульту всрал просто. Одна банка прилетела. Ай, ёпта. Ай, нам больше нанесли. Да, бля. Я, походу, так и не выиграю сегодня ограбление, блядь. Бомбит.
Ай. Ай-яй-яй. Нет, не надо, не минируй. Так. Ай. Бля, пацаны, давайте затащим. Мы тут не так уж все и плохо у нас. Давайте убиваем, убиваем его нахер. Блять, да какого, блядь, лезвого вы его пропускаете? Че он носит так много урона? Вообще просто. Да ну его в пиз... Спасибо за просмотр. Я как бы новый готов. Ждем, ждите на стриме. Ебал рот!